Я тоже занимался проведением российского фестиваля, кинофестиваля в Японии. В этом году это во второй раз. В этот раз мы активно занимаемся пропагандистской деятельностью и практически уверены, что у нас не будет пустых мест в кинозале. Я долгое время занимался работой по налаживанию отношений между Японией и Россией. Я абсолютно не являюсь специалистом в области кино. Поэтому господа Мацуяма и Тадзима, которые являются специалистами в данной области, они нам активно помогают. ということで次の、代表者の紹介をさせてもらいます。私が紹介をさせてもらいます。はい、私が、はい、今度は映画祭一般社団法人ユーラシア国際映画祭の代表の松山です。Меня зовут Мацуяма, я представляю организацию, это независимый фонд, кинофестиваль Евразия 21. 昨年もロシア映画祭 in Tokyo第1回サポートさせていただいて、で今年もあの一緒に企画をしております。こういったパンフレットですとか、プロストムガドも、失礼します。